Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня у нас уже 24 января, пятница. Сегодня в Китае праздник весны, в Сингапуре китайский Новый год. Поэтому поздравляю всех китайцев, которые смотрят мои видеообзоры. Желаю им добра, счастья. Михао, Брюс Ли и Джеки Чан. Собственно, это все слова, которые я знаю на китайском. Надеюсь, они меня поймут и будут торговать прибыльнее, чем в прошлом году. Так, ну а у нас, собственно, итоги вчерашней пресс-конференции Кристин Лагард вместе с неизменным числом процентной ставки по евро. Вот. Ну и, собственно, отработка наших рекомендаций по продаже евро-доллара. Ну, как минимум, не по покупке, да? О чем мы говорили уже давно и плотно. Это пробой уровня 1.10660 и ниже, да, это котировочка еще по минимуму начала декабря месяца, собственно, давайте ее тоже отметим, но на нее я рекомендацию не давал. Это была вторая цель. Первая цель была у нас захват декабрьских 20 числа экстремумов. В принципе, что хочу сказать, я просматривал утром аналитику разных ребят, в том числе из Инстафорекс, коих там великое множество. В принципе, многие рекомендовали шортить вот еврик, но это нормально, да, почему? Потому что, ну, поставьте любой индикатор на там с 15 января, там MACD, стохастики, блохастики, там супертренды и прочую ерунду, они все будут показывать шортовые ну, модели поведения. Вот. Но я рекомендовал продавать не потому, что рынок падает, а потому, что рынок остановился возле очень-очень важного уровня для покупателей. И как завещал великий Александр Михайлович, вы подумаете, Достоевский, но я скажу, это был Герчик, по теории так называемых засаженных игроков, этот уровень очень интересен. Но мало кто понимает, что такое засаженные игроки перед уровнем. Собственно, это ловушка, о которой я писал в своих обзорах. Вот. И, собственно, кстати, да, сегодня вот была у меня статейка «Ловушка для покупателей евро захлопнулась на ЕЦБ». Посмотрите. Ну, многие скажут, вот это постфактум и так далее. Здесь показан принцип, который постоянно реализуется на таких крупных новостях, если они торгуются возле важных уровней, за которыми стоят стопы игроков. И вы на самом деле это можете легко проверить, либо через что не скажу, а через второе, через тестер, который я постоянно рекомендую вам использовать. Так, поэтому те, кто шортил, молодцы. Проход на самом деле был неплохой на новостях, порядка там, ну, до нашей цели порядка 50 пунктов по четвертому знаку. Я, собственно, именно на этом уровне и закрылся, так же, как и мои трейдеры. Кстати, вот в этой статье, про которую я вам говорю, я довольно подробно расписал так называемые новостные разводки. Мы с ребятами отторговали эту новость в моменте и смотрели саму пресс-конференцию онлайн на YouTube-канале. Вот. И вот этот вынос ложный по хаям, он прошел в течение первых 5 минут выступления Лагард, когда она толком еще ничего не успела сказать. Вот. Поэтому, если вы смотрите пресс-конференцию онлайн, вы можете и еще владеете английским языком, то вы можете, ну, как минимум, разгадать некоторые разводки маркетмейкеров, которые могут проходить, ну, скажем так, не объективно. Ну, грубо говоря, вы, допустим, смотрите ситуацию, допустим, перед Лагард, например, ну, перед новостью, рынок стоит во флете, не трогает ни хая дня, ни лая дня, там ничего не трогает. И тут начинается пресс-конференция, Лагард, как обычно, немного опаздывает. Вот. И вот она только здоровается, только там что-то начинает сдалека заходить, и тут вылетает какой-нибудь супер импульс наверх. Спрашивается, и вы это видите и этой информацией владеете, спрашивается, кому это было выгодно, да, кому было выгодно выносить из рынка продавцов, которые стопились за хаями дня,
на фоне того, что Лагард еще ничего толком не сказала. Она просто не успела это сделать. Естественно, выгодно тем, кто либо знает, либо толкает цену своими объемами. И, соответственно, объемы эти могут быть колоссальные. Потому что сдвинуть рынок нужно, конечно, денег больше, чем 100 долларов депозит обычного печального форекс-трейдера. Поэтому, ребят, торговля на новостях — очень интересный момент. Многие пытаются это делать какими-то деревенскими способами. Я это рекомендую делать с полным погружением в процесс и пониманием того, что конкретно сейчас происходит на новостях. И, допустим, истинное либо ложное движение вы сейчас видите относительно того, что заявляет спикер этой новости. Ну, посмотрите, небольшая статейка, но она типовая, понимаете, так происходит практически постоянно на новостях. И по фунту сегодня было то же самое. Вот. Так, ладно. В общем, не буду расписывать про евро, просто если вы зацепились и закрылись на уровне, который я говорил, это здорово. Если вы еще не закрылись, закрываете прибыль, выводите деньги, тратьте их, радуйтесь жизни и подписывайтесь на этот YouTube канал, получайте качественный контент по трейдингу. Так, второй инструмент, который нас интересует, это золото. Золото вчера дало двойную вершину по 21 и по вчерашнему 23 числу. Я считаю, что двойная вершина будет пробита в ближайшее время. И, ну, может быть, не сегодня, но в любом случае это только с американской сессии нужно делать. И я буду рассчитывать на ложный пробой этого уровня. То есть золотой аукцион, который был у нас по золоту, ну, скажем, вот в этих рамках, которые я сейчас показываю, да, и которые мы уже отработали, он расширился, то есть его экстремумы расширились, и можно рассчитывать на вот такие вот движения. Но если вдруг, допустим, золото провалится вниз, то с сложного пробоя лоев с меньшей, конечно, вероятностью, но цель будет гораздо дальше, и можно будет заработать больше денег. Поэтому посмотрите вот такой сценарий. А вчера американцы покупали вообще в жесткую, да, на фоне того, что еврик падал, да, как отвесно, золото выросло, то есть они не скоррелировали. Поэтому, если вы стоите в продажах, я до ложного пробоя 1560, да, или сколько там, 1568, не стал бы рекомендовать удерживать шорты, пока этот экстремум не будет ложно пробит. Потому что, ну, сами понимаете, если вы продавец, последние несколько дней, начиная с 21 января, вы застопитесь только за этот синий уровень. У вас просто шансов других нет. Что другие стопы, это уже очень далеко. Это будет ловушка, которая захлопнется. Ну, я надеюсь, ложным пробоем. От текущих, конечно, цен потенциал сотка, при стопе сотка. В принципе, один к одному, если вы работаете с таким соотношением, это нормально. Так, что дальше? Фунт сегодня провалился, кстати, на сильных новостях. Вышли хорошие новости по фунту, и он провалился как раз на перехай. Такое произошло второй раз за последнее время. Второй раз мне удалось зацепиться немного в него. Такая же история была чуть ниже 17 января, когда фунт обновлял экстремум 10 января. Перед новостью, вот он его обновил, тут был круглый уровень 1.31, и сразу выходит новость, и он проваливается. То же самое было сегодня и здесь. Вот. Не знаю, почему так произошло, на сильных новостях, на перехае он провалился. Возможно, кто-то из игроков воспользовался сильными новостями, чтобы закрыть лонги. Ну, к примеру, вы представьте, что вы там крупный игрок, да, вы где-то там 20-го, 21-го купили, 22-го купили, и где вам лучше закрыться? Если вы нажмете кнопку просто закрыть позицию, и у вас позиция крупная, рынок сразу обвалится, и средняя цена закрытия будет гораздо ниже той, которую вы захотите. То есть ваши ордера могут не успеть свести.
Вот. И поэтому вот, чтобы выйти покупателям из рынка максимально эффективно и не растянуть при этом рынок, они могут использовать новости для того, чтобы эту ликвидность закрыться. Ну, к примеру, на хаях выходит положительная новость, типа, иди, все покупают, а продавец нажимает кнопку «закрыть позицию». Вот, и большая часть его позиции будет закрыта по лучшим ценам, понимаете? Все остальное пойдет уже в движение, в шортовое. Вот, как закон сохранения энергии. Я думаю, что так. И, кстати, ну, я опирался на, когда смотрел эту новость, на новостной портал, на который начинается с буквы И, Н и В. Вот. И не знаю почему, но факт выхода новости прошел чуть ли не через минуту после того, как должен был пройти, да, по-моему, 12:30. Вот. Если вы смотрели через другие новостные агентства, напишите под этим видео, вышла новость именно точно в то время, в которое она должна была выйти, вот, либо она вышла позже. Если вы заметили, напишите, это очень важно для тех, кто торгует на новостях, и я обязательно это озвучу и пропиарю ваш ник на весь интернет. Так, дальше. Что интересно еще из инструментов, которые перспективны? Еврофранк. Да, сегодня я давал небольшую статейку по евро, да, где лучше купить евро. Все, естественно, думают, о, евро-доллар покупать. Нет, евро-доллар я не рекомендую сейчас вообще трогать, да, вот откроем его. Давайте еще раз помянем евро-доллар. Многие покупают сейчас, многие покупали вчера. Я не понимаю, почему это происходит. В рамках моего торгового метода это не объективно. Не покупать, не продавать его сейчас нельзя. Да? Если это тренд, то тренд это не наш френд, как многие думают, что это наоборот. Я считаю, что в тренде все теряют. Вот. Если это тренд, значит мне здесь делать нечего. Если это разворот, дайте мне, пожалуйста, сигнальные бары и хорошие площадки, за которыми я буду охотиться. Их нет. Их нет, я не буду торговать и не буду рисковать деньгами. Это неправильно. Поэтому рекомендаций по евро-доллару я не даю на сегодняшний день, потому что нет сигналов. Но есть инструмент, о котором я вчера говорил, не помню, на этом канале или нет. Это еврофранк, который стоит в очень-очень крутого уровня по минимумам 16 и 17 года. И вот он уже прям спускается. Осталось совсем немного. Тут уже меньше соточки осталось, 75 пунктов, и он таки пробьет, я надеюсь, этот уровень, и здесь его можно принимать в лонги, потому что на момент пробоя он пройдет с 18 года 13 500 пунктов по пятому знаку. Это довольно много. Это мощный мегатренд, который как минимум здесь может скорректироваться, и вы заберете свою сотку 2-3, ну, по четвертому, да, и обогатитесь на этой торговой идее. Я считаю, это интересно. Это еще не сейчас, но поставить лимитные покупки вы вполне можете. Что еще? Газ. Газ не растет пока, да, мне это не радует, вот. Но это идея инвестиционная, говорил об этом. Если закроется фьючерсный контракт, смотрите, у вас может быть либо автоматическое переоткрытие, либо нужно это будет делать руками, смотря какого брокера вы работаете, надо узнавать. Я в любом случае рекомендую на новом контракте также его покупать. Суммарно тем же объемом, которым мы раскидывали сетки до этого. Эта идея инвестиционная, долгая, вот, но потенциал очень-очень большой, потому что газ торгуется невероятно дешево. Так, в принципе, пока из того, что есть на сегодня, все. Иена неинтересна, канадец тоже неинтересен. Кроссы пока держим. Канадец франк зафлетил.
S&P не трогаем, по фунту идей пока нет, ой, по газу, по нефти. Нефть у нас была отработка на этой неделе, давно, давно мы ее не трогали, но очень-очень неплохое движение произошло, я надеюсь, вы его использовали. В принципе, на этом все, сегодня пятница, отдыхайте на выходных, наконец насыпало снега, покатайтесь на ватрушках, подышите свежим воздухом, и в понедельник мы уже приступим к новым реализациям идей и стратегий, которые мы используем в рамках торгового метода охоты за стопами и price action. В принципе, на этом все. Всем хороших выходных и пока.